В скором времени в российских школах могут ввести новый курс «Половое воспитание». Однако православный депутат Виталий Милонов оказался не в восторге от этой затеи. По его мнению, такие вопросы должны обсуждаться исключительно в узком семейном кругу. В своей речи Милонов упомянул в том числе Ольгу Бузову, сказав, что такими предприимчивыми представителями шоу-бизнеса школы заполняют образовавшийся вакуум, не заполненный определенным набором знаний. Если раньше в школе в качестве примера приводили идеальную семью, говорили о ценностях материнства, то сейчас некому об этом рассказывать. И школы выхолостили всю воспитательную функцию, оставили только образовательную. А воспитательную берет на себя только Бузова. Она, как и любое смердящее вещество, воняет очень сильно и свои ценности доносит гораздо более ярко, нежели нормальные люди доносят ценности нормальных людей, объяснил свою точку зрения Милонов.